Александр, Наталья, добрый день. Сегодня 3 марта, снимаю очередной видеообзор. Да, давно не снимал для вас видео. Вот у нас изготовлен уже первый колодец. Это у нас второй. И вот сейчас уже рубим третий. Делаем выноса под стропила. Вот. Здесь у нас 1,80 м. Это низ второго колодца. Посмотрим диаметры. 29, 32, 27, 35, 27, 32. Это у нас второй колодец. Дальше уже идет третий. Вот у нас Александр, главный мастер. Дима, привет! А? Привет, говорю! А, привет! Ага. Слышу, нихера. Вот у нас здесь уже есть выноса под стропила. Так, ну, вот можно посмотреть еще здесь диаметры. Например, 27, 30, 28, 30, 27. Вот эти пропилы делаются, чтобы совместить центра у бревна с помощью щепки. Потом она уже по торцу вот так вот будет отпиливаться после установки сруба по отвесу. То есть вот этих всех прорезов видно не будет. Ну вот у нас есть высотная отметка 3,10. Это уже низ колодца. И дальше еще выше, выше. То есть ориентировочно 1, 2, 3, 4, 5. 4 у нас больше 4 метров срублена высота. Ну, позже ребята эту высотную отметку перенесут. Там у нас продолжается лесозаготовка, привозится лес и рубаница. Спасибо за внимание, до свидания.